шаги навстречу счастливому будущему! Капсулу времени с посланиями потомкам заложили на строительной площадке в Граце, что стало своеобразной точкой отсчета для строительства школы в микрорайоне Невском. Этого события ждало не одно поколение грачан. Школа не строилась на протяжении практически 30 лет с того момента, как здесь были заложены первые основания фундамента. Сегодня эти основания, естественно, демонтирует подрядчик. Оживление на строительной площадке обусловлено именно этим. Подготовкой нулевого цикла, подготовкой котлована. Для этого нужно было демонтировать все, что здесь пытались построить, но по тем или иным причинам не смогли. Задержка строительства связана в том числе и с близостью объекта к охранной зоне. Рядом исторический вал, поэтому все работы будут вестись под строгим контролем археологов. Что касается конструкции зданий, то и здесь есть свои особенности. Основная особенность, если сравнивать с стандартами школьной студии, в которую мы привыкли ходить, она разбита на блоки, на корпуса, то есть она в шахматном порядке расположена. То есть, ну, это, наверное, одно из самых конструктивных особенностей у этой школы. За счет этого и добились на таком маленьком участке, честно говоря, такую большую школу разместить. Школа рассчитана на 825 мест, будет трехэтажной. Стоимость строительства более 700 миллионов рублей. С вводом ее в эксплуатацию в Граце решится проблема двухсменки. А ученики школы номер один, самой старейшей в городе, главные претенденты на переезд. Вот я, наверное, выражу общее мнение всех родителей, учеников и учителей. Наконец-то хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Мы ждем, не дождемся, потому что в школе стало уже просто очень тесно. И если нам откроют на самом деле вот новые школы, новые стены, новые кабинеты, то мы просто вздохнем облегченно. Мы этого ждем, не дождемся, вот прям вот держим кулаки и будем еще держать на 2 года. Именно на 2 года рассчитано строительство школы. 1 сентября 2024 года она гостеприимно распахнет двери своим ученикам. А вот что в посланиях, заложенных в капсуле, потомки узнают через 50 лет, в 2072 году.